Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Продолжение темы развития мышления и логики. Хотелось бы предложить вам интересное занятие – сбор кубика Рубика. С чего хотелось бы начать? Начать с сборки одного цвета, одной стороны, и одного первого уровня боковых сторон. Для этого начинаем мы сбор с креста. Вот выбираем цвет центровой, это у нас синий. И начинаем выбирать, собирать крест. Ну, самый ближайший наш боковой элемент, боковое ребро, это у нас вот синий-оранжевый. К этому оранжевому цвету надо подобрать сюда оранжевый центр. Вот он. В итоге у нас собралось 4 квадрата. Дальше. К вот этому желтому центровому надо нам собрать синий-желтый. Так, ищем синий-желтый. Вот он. Синий-желтый нам надо поставить вот сюда. Да? Ведем его сюда. Да? В этом случае, что нам надо сделать? Надо нам сдвинуть два уровня. Да? Поставить нам этот желтый на свое место, сдвинуть обратно два уровня и центр поставить на место. В итоге у нас собрано два ребра и центровые к ним. Так, ищем синий-красный. Синий-красный, он вот он. Здесь можно легко вот так подобрать синий-красному и перевернуть таким образом к синему цвету. Так, в итоге у нас собрано 3 и остался последний синий цвет. Синий-белый. Его можно вот так поставить и вот так. И на место поставить наши центровые в боковых сторонах. В итоге мы собрали крест синего цвета. Собираем угловые элементы синего цвета. Так, ищем на этой нижнем уровне синий цвет. Увы, у нас нету. Тогда придется его искать отсюда, например, да? Чтобы из этой части, из первого уровня вытащить синий цвет на этот уровень, надо сдвинуть, ну, синий цвет, вытащить его на этот уровень и обратно занести. Так, вот этот синий как раз настал на свое место, под ним желтый, то есть он встанет сюда. Так же, как и в предыдущем случае, сдвигаем два уровня синего цвета, вставляем наш боковой синий, угловой синий. В итоге он встал на место. Так, точно так же с этим вынесем его на третий уровень. Так, ищем. Под синим стоит белый. Белый, ищем белый цвет. Вот он белый. Да, белый цвет наш. Этот синий, он должен стать сюда. Мы сдвигаем два слоя. Вставляем наш белый. И возвращаем два наших слоя. В итоге синий встал на место. Так, ищем вот этот. Также выдвигаем его отсюда. В третий нижний слой. Так, у нас сразу два вышло. В итоге под этим синим стоит желтый. Ищем желтый цвет. Синий-желтый. Надо его вставить сюда. Да? Сдвигаем два слоя синих. Ставим вот этот синий угловой на место. И желтый. Два слоя обратно. И последний синий. Синий-красный. Мы должны его поставить сюда.
Сдвигаем два слоя. Ставим наш синий. В итоге мы собрали один полный цвет. И первый уровень боковых сторон. В следующей части мы рассмотрим, как надо собирать следующий уровень. Подписывайтесь на наш канал и до следующих видео.